Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO Inscoin Phonox. Inscoin Phonox в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. Ну и как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование Inscoin Phonox с сайта компании. Сразу мы видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Зачем Ноксу нужен Inscoin? Проект Nox станет первой страховой компанией, которая объединяет реальный мир с цифровым, используя технологию блокчейн. Страховые полисы, выпущенные компанией, будут существовать как в традиционной бумажной форме, так и в форме смарт-контрактов, позволяя клиенту отслеживать свои полисы в режиме реального времени с полной прозрачностью и безопасностью. Почему блокчейн изменит страховую сферу? Это будет выгодно как для пользователей, так и для страховых компаний, и для брокеров. Например, для пользователей это предотвратит распространение мошеннических страховых полисов. Также клиент получит полный контроль над страховым полисом. Через интернет или мобильную платформу он сможет получать доступ ко всем услугам компании и проверить свои полисы. Также вы можете ознакомиться на сайте с работой блокчейна. Хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте и white paper, можно увидеть, что история проекта началась относительно недавно, но, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным. Также вы можете ознакомиться из видео о дефляционном плане и токенизированной экономике. Ну, если вкратце сказать, то Inscoin, собранный за один полис, в момент получения компании будет заблокирован смарт-контрактом сроком на 1 год. После этого они будут выпускаться ежеквартально в размере 20% от общего числа полученных токенов и использованы для поддержки увеличения сбора компаний и обеспечения здоровой токенизированной экономики. Здесь у нас раздел «Продажа токенов». Мы видим, что предварительная продажа осуществляется в 3 этапа. На каждом этапе существует своя бонусная программа. На первом этапе эта бонусная программа самая выгодная, дает 30% скидки. На втором этапе это 27,5% и третий этап 25%. При главной продаже также будут существовать свои бонусы. И этот добавочный бонус, он уже будет зависеть от суммы инвестиций. Следующий у нас идет пункт, это распределение токена, ну, в котором мы можем увидеть, что команда оставила для себя и партнеров совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Также вы можете ознакомиться с последними новостями. Также запланированы публичные мероприятия. Раздел «Дорожная карта». Здесь мы можем увидеть, что развитие проекта идет за планом,
И команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко и в срок. Также вы можете ознакомиться с White Paper и бизнес-планом. Так, что касается команды. Ну, здесь все очень хорошо и внушает спокойствие. Ведь над данным ICO работает очень слаженная команда спецов, которым к тому же помогают очень известные специалисты в области криптовалют и маркетинга. Внизу сайта мы видим указанные соцсети. Вы можете стать подписчиками и получать еще больше информации о данном проекте. Если просмотреть все факты, которые мы с вами рассмотрели, мы понимаем, что у проекта уже имеются достаточно хорошие показатели работы, которые привлекают к нему все большее число участников. Его активные темпы роста обусловлены многочисленными достоинствами, которые ему присущи даже уже на самых ранних стадиях развития. На этом обзор проекта ICO Inscoin Funox закончен. Хочу сказать, держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!